Доброе утро, все любители влажного бритья. Сегодня у нас очередное бритье, двухдневная щетинка. И сегодня мы, наверное, будем завершать такой цикл испытаний китайской версии Хэнсона. Сегодня мы поставим туда лезвие Физер и посмотрим, как они будут себя вести с Физером. Лезвие новое, только что подготовил. Пока по этому станку, ребят, сложно сделать какое-то умозаключение. Как бы идея хорошая, да, но исполнение, конечно, вот подвело. И не зря, я так понимаю, именно из-за этого яки его сняли с продажи сейчас. Потому что, ну, видимо, уже какой-то пошел фидбэк. Народ стал обращаться с этой проблемой, то, что головы не совсем ровные по своей геометрии, и поэтому в избежание, видимо, каких-то серьезных потерь, да, своих, они их сняли. Значит, лезвие мы заправили. Станочек, вот это вот копия Хэнсона от Яки, нержавеющая, да, поэтому им сегодня будем бриться. Также одной стороной будем проходить одну сторону лица, где вылет поменьше, с другой стороной другую. Мылом, ребят, опять же, сегодня будем добивать вот такую вот версию Chisel Face Макак, линейка Зоологист. Тут у меня осталось чуть-чуть. И как раз я думаю, что на сегодняшнее бритье нам этого хватит. Вот, мыло хорошее, жировое, поэтому берем, сегодня будем использовать пластиковую 3D чашу. Мыло прям мягенькое. Такое оно. Вот так вот разместили мылом. Помазочком у нас сегодня будет кабанчик от Зенита, предварительно замоченный, как всегда. И после бритья, ребят, сегодня будет, давно я не пользовался, 47.11 одеколончик. Кёльнская вода. Давайте перейдем уже к процессу взбивание пенки. Сейчас я водички еще добавлю тепленькие. Мыло тут же прям буквально два раза сделал, уже отзывается пузырьками. И сразу такое обильное идет пенообразование. Сейчас мы доведем до нужной нам консистенции. И будем уже бриться. Тут уже прям в принципе готов продукт.
Так что я думаю, смысла больше сбивать его нет. Сейчас намочим лицо и переходим уже к процессу. Возможности нам сегодня нужна максимальная защита от мыла, так как станочек, особенно там, где вылет побольше, он достаточно агрессивный. Поэтому и с мылом рисковать не хочется. Ставить эксперименты на своей коже. Брать проверенные варианты. И уже работать с ними. Как видим, укрывистость мыла отличная. Плотность хорошая. Ну, я думаю, что он нас сегодня не подведет. Chisel Face. Единственное, что не видел я последний раз, когда залезал на сайт именно этой линейки Зоологист у них, но... Так, ну давайте, как всегда, с большим вылетом правую сторону, с меньшим вылетом левую сторону. Погнали! Ну, знаете, с визором даже мне как-то больше пока нравится. Так. Тут, конечно, да, вообще как кассетник идет по этой стороне, где вылет поменьше. Отличненько. Посмотрим. Ничего ли мы не посадили пока? Нет, вроде. Пока все хорошо.
Даже можно было, наверное, водички добавить. Давайте еще возьмем из чаши. Пену приготовили, будем ее экономить. Отлично. Так, ну что, второй проход. Погнали. Мыло такое достаточно... Терпкий фужерный аромат, но он, знаете, не резкий, он такой очень благородный. Так. Ну, под носом, ну, видите, проявились точки. Под носом, конечно, вот открытый, ну, не открытый, там, где вылет побольше, не очень комфортно. Все, да. Все понятно.
Так, ну что можно сказать, ребят, по состоянию кожи. Оно отличное, оно нигде не стянуто, мыло со своей задачей справилось. Я считаю, что очень даже, при условии, что, ну, станочек неоднозначный, да, лезвие сизер, но, как мы видим, вот тут только точечки. И вот тут что-то есть. Ну, можно сказать, отделались малой кровью. Сейчас мы это дело все полирнем. 47.11. Опа. Угу. Чего ж приятный аромат. Великолепно. Великолепно. Цитрусовую, это цитрусовая составляющая 47.11, конечно, решает. Так, ну что, давайте подводить итоги. Мыло. Ребят, по мылу, вот сколько мы взбили, да, один раз я залез, и то, ну, это так больше. Не знаю, чтобы было. Да, по мылу вопросов вообще ноль. Еще даже на разок осталось. Вот. Да, достаточно дорогая линейка. Это самая дорогая линейка у Физио. Вот это залогит. Не видел я в последнее время ее на сайте. Не знаю, может быть, какой-нибудь там готовят ребрендинг, еще что-нибудь, но не было ее. То есть парфюм этой линейки был, а вот именно мыла не было. Ну, ребят, мыло достаточно хорошее, жировое. Что еще можно сказать? Достаточно хороший подбор ароматов, в принципе, по всей линейке. И да, стоимость, конечно, отнюдь не гуманная, но в принципе она этого стоит. Одна упаковочка, вот эта баночка для коллекционеров, для любителей, ну, дорогого стоит. Дальше, помазочек, ребят, ну, помазочек, как всегда, в почете, кабанчик, вот, один из моих любимых, поэтому к нему вопросов нет, отработал сегодня на ура. По поводу автошейва, ребят, ну, тут опять же, тут, наверное, как и с Флойдом, это классика, она кому-то или нравится, или нет. По уходовым тут какого-то супер-пупер ухода ждать не стоит. Вот. Вот они у нас точечки проявились. Ну, да, по этой стороне, где агрессивная, как мы видим, у нас есть точки. С этой стороны только одна. Поэтому тут по 47.11 или нравится, или не нравится. И какие-то, ну, споры там вести, то, что это хорошо или это плохо, ну, я считаю, не нужно даже. Этот продукт уже всем давно все доказал. И станочек, ребят, что могу сказать по поводу станка? Хорошая задумка, но исполнение оказалось чуть-чуть не удел, да? Опять же, возникает вопрос, наверняка же яки после производства, там, или в процессе производства, брали какие-то опытные экземпляры, смотрели, там, как лезвие встает ровно, неровно, там, геометрию проверяли. Ну, как можно на рынок выпускать такой продукт? Классная идея, но исполнение, ребят, ну, фу, просто. Я бы больше бы даже, ну, как бы сказать, понял бы, если бы какие-то были там
следы от срезы там, да, может быть, где-то недополировано, но, ребят, ну, геометрия это, блин, залог вашего успеха, вашей бритвы. Ну, как вот я сейчас могу сказать, хороший этот станок или нет, когда он с одной стороны бреет так, с другой стороны бреет так. И вся задумка сводится, в принципе, к нулю. Что хотел производитель сказать этим станком, что он хотел показать, непонятно. Ну, видимо, поэтому начали они получать такие отзывы от покупателей, да, от первых. Поняли, что надо останавливать производство, поэтому сейчас этой головы в продаже у них нет. Так что будем смотреть, что они дальше придумают. Может быть, что-то изменят, может быть, в принципе, остановят производство. И дальше не будет этого варианта у них. Но идея хорошая, за идею 5, за реализацию 2. Будем так говорить. Вот такое, ребят, у нас сегодня получилось бритье. Так что, как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Кто не подписался на канал, подписываемся. Ссылочки на Инстаграм, на почту будут в описании, также на мою страничку на Авито с пробниками и с какими-то еще средствами для бритья. Также в описании. Всех, кого что-то заинтересует, проходим, смотрим и пишем. Так что всем хорошего дня, ребят, всем комфортного бритья. До новых встреч. Пока-пока.